Сегодня у меня ленивые вареники. Для этого мне понадобится 200 грамм творога, одно яйцо, 3 ложки муки, 3 ложки сахара, но можно немножко меньше, если вы не хотите слишком сладкие, и щепотку соли. Сейчас я беру творог, переминаю его. Взбиваю яйцо добавляю сахар муку и начинаю вымешивать тесто. Ну, вот такое тесто у меня получается, но пока, по-моему, мне еще понадобится, здесь 3 ложки муки, у меня еще одну добавлю и начинаю, продолжаю вернее вымешивать. Такое тесто у меня получилось. Сейчас я его ставлю на минут 20 в холодное место. А к этому времени наливаю в кастрюлю воду, и чтобы она закипела. Тесто у меня постояло. Сейчас я беру, формирую его в виде колбаски и разрезаю вот на такие маленькие кусочки. И складываю на тарелочку, а потом вода закипит, и я отправляю его варить. Вода закипела, я ее подсолила и отправляю. Вот столько у меня получилось вареников. Сейчас я отправляю, и пускай они варятся. Как только они всплывут, это немножко долго смотреть, как я их туда бросаю, но ничего. Так, а где у меня ложка? Вернее, это. Так, сделать немножко, чтобы они к дну не пристали. И все. И как только они всплывут, готовы, значит, уже они будут. Вот вареники у меня уже сварились. Сейчас я отключаю и прикладываю их в тарелку. Вот я переложила в тарелку вареники. Вот так они у меня выглядят. Вы можете подавать их со сметаной или с маслом. Это уже по вашему вкусу. Приятного всем аппетита!